И всем привет! Вы на канале Play Sport. Сегодня рассмотрим внутренний чемпионат, проходивший в Бразилии. На этом чемпионате спортсменки будут бороться за место в основной состав на Олимпиаду. И мы рассмотрим сегодня такую именную прыгунью лидера сборной Бразилии Ингрид Оливьеры. Ну что, поехали! Ингрид Оливьера, спортсменка сборной команды УНАК Бразилия. Ингрид входит в основной состав сборной. Становилась уже не один раз уже чемпионкой Европы. Очень сильный дайвер. Так, и в первом раунде Оливьера будет выполнять у нас задние стойки, два винта с двумя оборотами назад. По коэффициенту сложности этого первого прыжка у нее будет 3,2. Вот это вот прям прыжок. Прям вот дух захватывает, это удовольствие наблюдать за исполнением Ингрид. Очень чисто был выполнен по технике винты. Хорошо сложилось, очень чисто у нее получился вертикальный красивый вход в воду. Ну, тут явно, что твердые семерки ей выставят судьи. Да, и общий балл выходит у нее 72 балла ровно. Давайте с этим ее поздравим. Чемпионат проходит на открытом воздухе. Сегодня, как видим, очень солнечная стоит погода. Конечно, выполнять спортсменам прыжки при такой погоде намного лучше морально. Итак, выполняется сейчас прыжок у нас 10-метровой платформы. И сложность второго раунда также 3,2. Как видим, очень настраивается Оливьера на этот прыжок. Конечно, с 10 метров очень трудно выполнять элементы. Немаленькая такая высота, не каждый с ней справляется. Очень интересно наблюдать, как выполняет стойку на руках Оливьера. Великолепно! Великолепное исполнение винта сейчас и оборота. Не совсем, конечно, чисто вышло у нее по технике, но здесь явно также у нее будут прыжки на семерку. И общий балл вышел у нее за второй этот прыжок 67,20. Давайте с этим ее тоже очень поздравим. Она молодец, очень чисто проходит. Ингрид одна, наверное, из представителей на победу, одна из сильнейших на этом чемпионате. Прошла идеально все два раунда. Давайте сейчас пожелаем ей также удачи. Сейчас выполняется с передней стойки два оборота вперед, но уже в положении группировка. По технике вот неплохо вышло, такой был даже, вот можно сказать, рядовой проходной такой прыжок, неплохо с ним справилась, конечно, допустила небольшие ошибки Оливьера, но выходит у нее общий балл за последний прыжок 56 баллов. Молодец, Оливьера, давайте ее поздравим. Ну а на этом с вами, мои дорогие зрители, я прощаюсь, обязательно ставьте лайки, не забывайте подписаться на канал, и всем пока!